здорово, нормальные пацаны. Сегодня у нас видео дневничок, такой ВАЗа. Сегодня мы подпружиниваем передний мост, давно хотели. Сегодня решились. Что нам для этого надо? Давайте по-быстрому. Переход 76-й трубы 89. На 89-ю. Вот нужно от него отпилить. Водяная труба, не забудь сказать. Водяная труба, да, это обычный водяной переход. Вот здесь вот мастырим мы вот так вот. Видно вам, да, все четко. Вот видите, будем прям к этой площадке все приваривать сейчас. Вот что еще. Вот этой варится приспособа к раме верхней части. Вот делается она вот из таких треугольников. Значит, это квадрат 110 на 110 миллиметров. Вот распускаете. Видите? Вот. 110 на 110. И пружин четко прям вот встает. Все заварилось? Да, заварил. Это. Вот такие площадки. Сейчас, короче, все мы поварим, ребят. Вот 110. Видите, 110 миллиметров. И 110. И все. И вот это, когда будем сюда приваривать, шов нужно делать внутри. Потому что пружина здесь будет отбивать. Пружина от девятки, от десятки, там задняя, короче. Внутренний диаметр у нее 83 миллиметра. Кто найдет 83 трубу, делает 83. Мы решили сделать вот таких конусов. Так, короче, все делается, пацаны. Бля, бензонасос. Обожди-то, она у тебя выгнулась вся. Ты ее вниз опусти. В смысле? По нижней части надо. Или ты уже приварил? Нет. Не, она так и была, Макс. Черт. Видишь, зазор какой большой. Короче, вот так мы приварили вторую. И вот вкатываем сюда пружину. Вот от девяточной пружины отпилили. Смотрите, сколько, да? Два витка получается? Три, да? Или сколько витков? Два? Вот раз. И два, да, два витка отпиливаешь. И вот и сюда вкорячивают коляны. Поставили бельштейн. Переварили тоже самопал. Все у нас, ребят, самопал, все, что... Людям не надо, все, мы себе берем. Вот, снизу все. Так, крутые, короче, стаканы штурман подобрал. Переходы вот эти 76 на 89. Раму обварили все. Сейчас мобилька брызнем на раму, чтобы не гнила. Ну и все, сейчас будем опускать, смотреть, что, короче, у нас. Вечно есть, да. Получается. Проверили мы, короче, на личном опыте, сейчас что получилось. Штурман оценил, я оценил. Передок стал гораздо быстрее гасить эти все качения. То ли сыграл роль амортизатора, но, скорее всего, я думаю, все-таки пружины дали свое дело. Всем рекомендуем. Бомба вообще сзади. Будем тоже что-то думать, подпружинивать. То есть, где мы раньше ехали, кишки вытряхнем. Сегодня было вообще очень все круто. Вы были на канале Автогараж. Подпишись по-братски. Всем салам.